по выходным садоводы обычно на даче, но только не в этот раз. Собираться на марафон «Огород в подарок» они начали с самого утра. Гости посетили выставку рассады, семян, инвентаря и удобрений. Поучаствовали в конкурсах и мастер-классах. Песни, танцы, игры, аквагрим для детей, шашлыки и бесплатное мороженое. Все, что нужно для веселья. А твоя миссия здесь какая? В чем заключается? Моя миссия, наверное, радовать людей, обниматься с ними, веселиться. На самом деле я приглашаю всех с нами участвовать, играть в финансовую лестницу. Это государственный проект очень важный. Я здесь неспроста такая копеечка хожу. Вот так. Ну давай тогда, наверное, обнимемся. Телеканал «Катунь-24» разыграл сразу несколько призов от наших партнеров. Счастливым обладателем трех бутылей от барнаульской водяной компании стала Мария Данилова. Парник от компании «Агроном» получила Татьяна Вереникина. И главный приз, триммер от компании «Леруа Мерлен», получила Олеся Кузнецова. Нравится ваш марафон, молодцы, почаще такое надо устраивать. Это замечательно. Во-первых, любой желающий может подойти. Только главное информацию узнать, и все, и пожалуйста. Прям была приятно удивлена. Прям интересно, мало того, что как бы и товар можно посмотреть, и вот программа такая, прям здорово. «Огород в подарок» в Барнауле состоялся уже второй раз. Марафон прошел при участии Центра гигиены и эпидемиологии Алтайского края, торгового дома «Родионов», компаний «Ковкин дом», «Диметра», «Мир инструментов», «Флора Алтай», «Агроном», «Снежный городок» и «Волчихинского пивзавода». Барнаульцы, которые не смогли попасть на марафон, смотрели прямую трансляцию на телеканале «Катунь-24». Запись вы найдете на нашем сайте и в группах каналов в социальных сетях. Татевик Геворгян, Дмитрий Козерлыга, Новости.